Этот смешной диспенсер в форме гигантского носа стал героем кучи интернет-магазинов. Выглядит это, конечно, очень своеобразно. Чем бы вы ни наполнили диспенсер, он наверняка будет очень смешно смотреться. А ведь это удобно. Нажал на мягкий диспенсер, и нужное количество мыла уже у тебя на ладони. Еще такая смешная штука наверняка понравится детям, и станет проще уговорить их помыть руки перед едой. Сам корпус сделан из мягкой резины, а вот плоская задняя стенка – пластмассовая. На ней есть круглая крышка, которую без проблем можно отвинтить. Повесить его можно на любую гладкую вертикальную поверхность, используя три вакуумные присоски из комплекта.